Побывав на гастролях в Турине, Мадриде, Барселоне и Львове, ансамбль самураев «Камуй» 6 ноября приезжает в Славутич, чтобы показать самурайские бои и театральное искусство кенгидо. Интересно, что лидер ансамбля Тетсура Шиманучи участвовал в постановке боевых сцен в фильме «Убить Билла», где, кстати, и сыграл одну из ролей главаря банды Crazy 88. Приглашаем славучан и гостей города на концертную программу всемирно известного ансамбля самураев «Камуй». 6 ноября, 14:30 и 18:30. Киноконцертный комплекс. В рамках осеннего европейского тура самурайской группы «Камуй».